В преддверии Дня семьи, любви и верности в Мурме была представлена программа международного кинофестиваля «Свет лучезарного ангела». Это проект Российского фонда социально-культурных инициатив. Доброе кино увидела и наш корреспондент Мария Жукова. Долг, дружба, любовь. Что окажется важнее? Мурманские подростки сегодня смотрят «Частное пионерское». Это доброе кино о том, как спасение обычной бездомной собаки по имени Сава изменило жизнь советских школьников Миши и его верного друга Димы. Знаешь, вообще дрессируют как-то людей из воды вытаскивать, или они сами такие? Не, я где-то в книжке читал, что дворняги по жизни такие умные. Перед главными героями фильма встает непростой вопрос. Участвовать в важном пионерском празднике, чтобы не подвести школу, или спасти от беды нового друга? А что бы выбрали муромские школьники? Я считаю, что важнее дружба. Все важно. И любовь, и дружба, и преданность. Все разделить невозможно. Киношный подарок юным муромлянам Фонд социально-культурных инициатив дарит уже второй год подряд. На этот раз в программу фестиваля «Свет лучезарного ангела» вошли 2 художественных и 4 анимационных фильма. Нам очень радостно и почетно принимать такой высокий уровень и прикоснуться к таким замечательным, добрым, хорошим российским фильмам. После просмотра фильма зрителей ждал сюрприз, а именно мастер-класс «12 способов анимации» от российского режиссера анимационного кино и рекламы Константина Голубкова. На самом деле в названии «12 способов анимации» кроется, конечно, некое лукавство, потому что на самом деле способов анимации их бесчисленное множество. То есть прекрасный момент во всем этом, да? Вот когда дети видят то, что они сделали. То есть они что-то ковырялись полтора часа, а потом они увидят это на экране, как-то оживает. Хоть там они и сделали там 3-4 секунды, но то, что это оживает, это, конечно, бесподобный момент. Восторгу детей не было предела. За 3 часа своими руками при помощи современных гаджетов и обычного пластилина они создавали собственные мультфильмы. А сегодня добрые картины покажут в лагере «Озерный». Состоится торжественная церемония закрытия кинофестиваля. Мария Жукова, Николай Молоденов. Новости Муром.